подлинные радость и счастье пришли на нашу землю в этот день 79 лет назад. В Медвежьих озерах в честь той великой победы прошел митинг, на котором почтили память героев той страшной войны. Хотят ли русские войны? На митинге поздравили ветеранов, возложили цветы к мемориалу павшим за Отечество. Особенно торжественный момент – вынос флага Российской Федерации и Знамени Победы. Звучали военные песни, все они были посвящены памяти погибших за Отечество. По окончании митинга его участников пригласили на концерт, на котором выступили коллективы местного Дома культуры.